Здорово, народ! Сегодня поговорим немного о Diablo 4. Многие люди наверняка ждали продолжения этой легендарной серии игр, и это уже произойдет совсем скоро. Релиз запланирован на 6 июня. Впрочем, если хочется уже сейчас пощупать игру, то совершенно бесплатно можно поучаствовать в открытом бета-тесте, который стартует уже завтра, 24 марта в 19:00 по Москве, и завершится 27 в 22 часа. Я думаю, что за эти 3 дня можно будет составить предварительное мнение и определиться, нужно ли вам вообще покупать эту игру. Кстати, предзагрузка бета-клиента уже доступна. Если в вашем аккаунте указана страна регистрации России или Республика Беларусь, то проблемы с Blizzard у нас никуда не делись, и найти игру в списке доступных проектов не получится. Не пускайте руки, есть простой способ, чтобы получить доступ к бете Diablo 4. Правда, для этого придется зарегистрировать другой аккаунт. Заходите на сайт Blizzard, можно использовать гостевой режим в браузере, чтобы не разлогиниться, если вы там авторизованы. Далее выбираете регистрацию, указываем страну Казахстан, к примеру, ну или любую из ЕС. Так-то можно и Штаты, но боюсь, что в игре вас закинет на серверы другого региона и будет плохой пинг. Заходим на email, подтверждаем активацию аккаунта. Теперь можно логиниться в лаунчер. Нас сразу закидывает на страницу Diablo 4, но кнопку установить все еще не активно. Для этого в списке нужно выбрать Diablo 4 бета, и предварительная установка станет доступна. Игре потребуется 85 гигабайт. В принципе, на этом все, доступ к открытой бете у вас есть. Находил я способы, кстати, как через костыли можно будет играть в Diablo 4 на аккаунте, зарегистрированном в России или Беларуси. Но это уже не в рамках данного видео. Если интересно, то можете загуглить, есть тема на Noob Club. Ладно, спасибо, что заглянули, удачи!